Рыбы-мутанты живут в озере Буклдаг Павлодарской области. Ученые установили, что из-за повышенного содержания ртути пресноводные превращаются в настоящих монстров. Озеро-накопитель Буклдаг существует в Павлодаре с 70-х годов. Сначала в него сливали сточные воды сразу несколько предприятий, но потом закрепили только химический завод. Экологи уже давно говорят о том, что вместе с грунтовыми водами вредные вещества попадают в Иртыш. Они ежегодно исследуют состав воды, а вот его обитатели обещают проверить этим летом. В озере, площадь которого составляет 2000 гектаров, водится карась, карп, сазан и налим. Как и в других загрязненных источниках, 36% рыб в Павлодарском накопителе имеют на теле язвы. Встречаются аномалии ротовой полости, форма головы, как у мопсов. Однако, несмотря на это, официального запрета на любительское и промысловое рыболовство нет. Всегда исследовали только воду. В этом году планируем проводить и мониторинг рыб. Мы будем контролировать ход исследований. Известно, что уровень ртути превышает предельно допустимую концентрацию в 20 раз.